Папки — это одна петиция. Здесь 51094 подписи. Красные папки — это вторая петиция. Здесь 12,5 тысяч подписей. Итого 51,12, 63 с лишним подписи. Это через соцсети, через петиции, тысячи. Да? Это две петиции. Опубликовали люди независимо, но под обоими десятки тысяч подписей. Вы, пожалуйста, представьтесь. Меня зовут Александр Фейсман. Я автор той петиции, которая красненькая. Она против законопроекта о реновации. Она против планов московского правительства по исполнению программы реновации. И она направляется Собянину и Путину с требованием не принимать, отклонить законопроект по реновации. А вторая петиция с тем же самым содержанием, просто значительно короче, там человек решил аргументацию особенно не делать, поскольку и так всем все понятно, как он объясняет. Вот, я могу зачитать вторую. Автора зовут Вадим Белопольский. Да, есть такой. Мы требуем отклонить законопроект номер 120-505-7, который разрешает сносить жилые дома без согласия собственников в рамках так называемой реновации жилищного фонда в городе Москве. Вступление в силу данного законопроекта приведет к нарушению базовых конституционных прав граждан, а также к радикальному ухудшению городской среды и, как следствие, качества жизни в городе Москве. Мы требуем не допустить этого. Вот это его текст, мой в общем. Такой же по смыслу, но только на 3 страницы. В совокупности сколько получается? 53,5 тысячи. Так что вот так. Значит, во-первых, большое спасибо за то, что, вы знаете, какой-то труд, и вот это все распечатать, сшить, потому что, честно говоря, вчера, когда мы подумали о том, что надо срочно нести эти подписи, поскольку с минуты на минуту президент подпишет, то я между своими соратниками, знаете, у меня женская компания, я говорю, нет, мужчинам с этим не справиться, потому что мы-то регулярно что-то подшиваем, там Саша Барушина там бегает. Вот, ну вот видите, какие они молодцы и как все аккуратно. Значит, мы сейчас, тут и комментарии есть, да? Да, тут, ну, вот этот вот текст, который я зачитал, он подшит к каждому тому. Плюс сопроводиловка, где описывается, что именно. Вот это сопроводиловка. Нет, а вот людей комментарии. Комментарии, к сожалению, меня уже не потянут. А можно дописать, в случае необходимости комментарии можно донести. Давайте да, мы все разберемся. Я думаю, так мы сделаем. Вы мне распечатайте, пожалуйста, комментарии. Хорошо. Желательно тут, конечно, не затягивать. Вот вдруг президент там пока еще по России ездит, может, он еще думает. А я со своей сопроводиловкой прямо отправлю, что направляю вам комментарии.